Однажды спорт изменил ее жизнь раз и навсегда. Как-то придя в тренажерный зал, эта девушка нашла для себя новые цели и мечты и решила, что непременно добьется успеха в большом спорте. А вот как она этого добилась, вы узнаете уже сейчас. Встречайте в гостях программы «Приват» с Данарой Скирдиновой, многократная чемпионка Казахстана в категории фитнес-бикини и бронзовый призер чемпионата мира, тренер-диетолог Гульмира Макамбаева. Гульмира, очень рада тебя приветствовать в программе. Ты знаешь, ты первая спортсменка, которую я буду интервьюировать. Но все мы знаем, что сейчас ЗОЖ, сейчас спорт очень актуален, это очень радует. Будем с тобой говорить о спорте. И в первую очередь, конечно же, хотелось узнать, как ты сама пришла к этому. Я пришла, наверное, к этому так же, как и все приходят. Все женщины в любом случае приходят это тогда, когда начинается набирать лишний вес. Лишний вес пришел, и я пошла в спортзал просто похудеть. Ну, пришла, я была 85 килограмм на тот момент. Ну, если сейчас я 60, то тогда я была 85. Похудела, мне понравилось, я почувствовала вот эту тусовку спортзальную. И человек, который работал вообще в другой сфере, естественно, меня это затянуло. И ко мне подошел как-то человек один и говорит: а ты почему не выступаешь? Я говорю: а что за соревнования? Он говорит: ну как, бодибилдинг? Я говорю: ну это же вот те перекачанные мужики. И все-таки нет. Есть категория, женская категория, где выступают фитнес-модели. Вот, это, да, фитнес-бикини по-другому называют еще. Я говорю, и все, я загорелась, но мне это уже было тогда, ну, мне не было 18, у меня уже был ребенок, и как бы это было такое под сомнением. Я, наверное, полгода ходила, и бывает же, каждая женщина о чем-то мечтает. Да. И я когда видела вот этих девочек, была у нас, на тот момент была одна девочка-чемпионка у нас здесь в Казахстане, больше не было. И, но все-таки, как раз тогда был еще переломный момент, я решила для себя, что я попробую. Но вот все закончилось последним на чемпионате мира уже, по-моему. Через какой период ты начала выступать? То есть тебе сколько времени понадобилось, чтобы привести свою форму в порядок? Ты скинула около 20 килограмм. Да. Вы знаете, наверное, 6 месяцев. Мне, да, мне потребовалось на тот момент. Но вы знаете, это было прям навязчивая идея. Я болела этим. Я бежала в спортзал, потому что это было единственное, чем я на тот момент занималась. То есть, ну, свое личное время я проводила в спортзале. Поэтому я очень хотела прям быстрых результатов. И через какое-то время ты стала тренером сама. То есть ты уже под свое крылышко брала новичков. Да. И просто я добилась, все, что я сделала в этом спорте, я добилась за очень короткое время. То есть, если людям нужно. Допустим, этот результат показать за 10 лет, я его показала за 2 года. Ну, как бы, и поэтому 10-летний норматив я получила мастера, мне вручили мастера спорта. То есть, и естественно, я стала задумываться над тем, что я с обычной семьи, и понимая на тот момент, как можно зарабатывать, как нужно сделать, что нужно для этого, что нужно обучать, выучить, да, как говорится, узнать. Практика дала мне очень много то, что я уже испытала на себе. Поэтому я решила пробовать. Первых учеников я брала бесплатно. Это был салон красоты, все 5 девочек-парикмахеров приходили. Вот, и они все похудели. Я посмотрела, какие ошибки я допустила. Потом я брала еще одну команду тоже. То есть целый год я тренировала людей бесплатно. Прорабатывала какую-то свою индивидуальную методику по тренировкам. Сейчас она у тебя уже успешно работает, эта методика. И достаточно за короткий срок, за 2 года, у тебя такая успешная карьера в этом направлении. Да, я на самом деле, есть люди в этом спорте, которые намного дольше, чем я. Но я скажу, что то, что испытала я на себе, наверное, допустим, на чемпионат мира была критическая ситуация. У меня было лишние килограммы, и форма была не готова. За 10 дней я скинула 12 килограмм. Ну, то есть, когда ты выдерживаешь вот такую нагрузку и вальируешь с телом настолько остро, что там, вот знаете, грань между смертью и просто как добиться этой медали была очень тонкая. Ну, и я знаю точно, как реагирует тело в энной ситуации. Поэтому расскажи про сами соревнования. То есть, каким образом они проходят, когда ты туда приезжаешь, представляешь Казахстан? Какая-то, может быть, есть поддержка от наших представителей? Если по-честному... Давай по-честному, да, у нас всегда по-честному. Здесь внутри казахстанские наши соревнования проходят намного, даже я бы сказала, на уровне
прям высоком, сложно пройти и добраться до международных соревнований. Ну, то есть именно здесь, потому что, ну, сейчас, по крайней мере, сейчас это очень развито. Девочки стали набираться намного больше. Раньше нас было намного меньше, чем сейчас. Сейчас конкуренция выше в этом. Да, она прям выросла. И это радует. Да, да, я согласна, радует. Критерии поменялись немножко. Когда мы выступали, допустим, критерии были жестче. То есть у нас должна была быть мышечная масса. Сейчас модельки – это вот чуть больше, ну, обычной модели, которая занимается спортом. Вот это вот такой вот, наверное, типаж. Мы занимались, но мы были все-таки больше спортсмены, потому что от нас требовались немножко другие критерии. Да, вот мы когда прилетели в Макао, там чувствуется, что ты вот единое целое. Вот Казахстан приехал, он приехал в сборной, и каждый, если здесь мы друг друга как-то воспринимаем конкуренты, там все друзья, все это замечательно, но страшно. Но это а как взаимоотношения с другими девочками, с других стран? Вы знаете, это как это смешно на самом деле, потому что я считаю, что бодибилдинг – это такой спорт, спорт нарциссов. Вот каждый «я хорошая», «нет, я хорошая». Ты же не работаешь в команде, ты работаешь только за себя. И вот это правило, что в Казахстане, что за Казахстаном, оно везде. Все высматривают форму своих соперников, потому что, несмотря на то, что ты представляешь страну, ты единица. То есть нету командной работы, да, есть вот просто единица, только ты. И все ходят закрытые вот так вот, то есть на приезжаем за сутки на взвешивание, то есть нас взвешивают, у нас там апартаменты, все, обед, ужин без соли, не дай бог, кто-то там кому-то соль подсунул. И все высматривают, какая форма. Все девочки ходят вот застегнутые. Чтобы была... никто не видел. Да, да. У кого никто не показывает купальники, никто, все вот, знаете, ходят там с боксами, это смешно на самом деле со стороны. Но на сцене... Это вообще, это уже за кулисами начинается меняться походка, начинается подача другая уже, все другое. То есть человек прям меняется очень сильно. А какое количество участников чаще всего, если по-разному. Допустим, последний раз я готовила учениц в одной из категорий. У нас в Казахстане здесь было 38 человек. Ну, то есть это поехали туда 38 человек? Нет, ну, сборная сборная едет максимум 5-10 человек. А в целом, когда вот такие международные соревнования проходят? 144 страны было. То есть, допустим, в Макао было 144 страны. Единственное, что немножко огорчало, все-таки мы страны третьего мира, да? Отношение все-таки такое, да? Отношение, правда, такое. Mm-hmm. Это было очень печально, потому что у нас, видимо, еще государство не готово поверить, что это прям большой спорт. Mm-hmm. Потому что все-таки это не олимпийский вид спорта. И отношение к нему, наверное, у нас государство все-таки такое. Как к любительскому виду спорта. Да. В любом случае, когда мы туда приезжаем, допустим, Монголия, Казахстан, они живут в отдельном, попроще отеле. Бразилия, Италия, Венгрия, Сербия, допустим, они живут в отеле, где живет администрация. Это немножко ущемляет. И психологически, конечно. Хотя, несмотря на то, что у нас был интересный вообще момент там, мы зашли в уборную, и были украинцы, девочки, и Таиланд был, и мы были. Ну, мы как в кино, конечно, по кабинкам такие, и слышим, заходят украинцы и говорят: «Вы казашек видели? Вы казашек, говорит, видели?» У нас молчок. Все слушают, мне говорят: «Ты видела вот это обсуждают?» Мы сильная команда. У нас очень, нас боятся, девчонок боятся, то есть на международных соревнованиях. Но почему-то спонсирование или помощь спортсменов, ее нет. Нет. Вот я хотела затронуть, честно говоря, финансовую сторону данной индустрии. Да. За чей счет вы летаете? Кто вас поддерживает? У вас есть меценаты, у вас какие-то есть частные спонсоры. Сейчас я понимаю, что на государственном уровне это не поддерживается. Вы знаете, во-первых, у нас есть две федерации, которые между собой воюют. Ну, как бы, одна говорит, вот только мы международные, вторая говорит, только мы международные. Мне кажется, во всех федерациях, спортсмены меня сейчас поймут, есть вот эти внутренние подводные камни. На момент, когда я выступала, я была единственной спортсменкой, которая выступала от государства. То есть меня спонсировал другой город, город Актау. Поскольку, опять же, я повторюсь, я с обычной семьей не могла себе позволить подготовку, потому что подготовка очень недешевая. То есть даже питание спортсмена, спортивное питание, все, что требуется для того, чтобы вывести хорошую форму и представить свою страну достойно, требует немалых затрат. То есть начинала я сама, со своих там, что получалось, что не получалось. Вот. Потом тренер, мой тренер,
Востриков Валера, он именно с Актау. Mm-hmm. Он обратился к старшему тренеру. Я представила уже форму. Mm-hmm. Мне сказали, окей, привозите ее сюда, посмотрим. Я полетела в Актау на соревнования, выиграла у них золото. Mm-hmm. И Облспорт подписали для меня, на меня Смиты, на меня выделили деньги. Mm-hmm. То есть на первый чемпионат последующие все расходы несло государство, за что mm-hmm. я очень благодарна, потому что сам спортсмен не может. Сейчас девочки ездят за свой счет. Ездят, даже сборная, они ездят, как сказать, вот кому-то что-то там выделили, и то, не выделяя даже на билеты деньги. То есть девчонки сами вот болеют этим, mm-hmm. они хотят, они готовятся на свои деньги. Есть. Приезжают, проигрывают, допустим, или выигрывают, но это, опять же, никак основного не освещается. Мені таңғалдыру қиын. Және ғашықтар күні біздің мейрам емес. Маған керегі тек қана ол. Себеп ол менің жүрегімді жаулап алды. Какую финансовую в итоге прибыль ты несешь, находясь в этой индустрии? У нас никакой. То есть, помимо медали или кубка, вас ничем не вознаграждают? Я была благодарна за то, что мне дали возможность сделать это. То есть мне дали возможность побывать за это, я безумно благодарна государству. Что, как выделялось, зачем, до нас это не доходит, смету мы не подписываем. То есть я, это будет, наверное, сейчас громко, но, может быть, уже сейчас мне абсолютно можно открыто об этом говорить, да, потому что все-таки я считаю, что выделяются государством немалые суммы, но спортсмены, единицы, даже из тех, кто едет, вообще имеет какую-то поддержку. А тем более после ни о каких нет. Денежных нет. Призов? Мы привозим медали. Никаких. Да, мы просто привозим медали. Ну, и а если опыт, смотреть конечно. Коллег из других стран, у них есть какие-то другие преимущества? Вы общаетесь, вы знаете, узнаете? Я сейчас, наверное, буду, наверное, остра в своих словах, если скажу, что была фраза, ко мне подходили после чемпионата Азии, когда мы взяли золото. Я вообще, в принципе, конечно, благодарна городу Актау вообще и Облспорту, потому что они много выделили для меня. Они не скупы были настолько, как говорится, да, чтобы там я вообще не видела никаких финансов. Да, финансов мы не видели, но всю подготовку, перелеты, это очень дорого. Ко мне подошли после чемпионата Азии, мы привезли золото, город гудел. Мне сказали, что ты же не будешь против, если мы заберем призовые. Я говорю, конечно, окей, можно я поеду на мир? Я выиграла золото. Ну, это тогда любой спортсмен всегда хочет идти дальше. Ну, как бы это, мне кажется, нормально. То есть это официальные представители, организация, которая приглашала туда? Кто подошел? Нет, это или люди, это... которые были спонсорами. Ну, имеется в виду, это, да, это государственные люди. Вот. Но все равно мне дали возможность идти дальше. Это в наше время это уже очень круто. Мы не олимпийский вид спорта. Поэтому обвинять их за что-то, ну, мне кажется, нет. Все-таки я была там. И я была единственная девочка, поверили. На тот момент не выделяли никак вообще никаких денег. Я была единственная. То есть организация, которая в мировых масштабах это все организовывает, да. Даже там нет никаких денежных призовых. Возможно, то есть это только медали либо кубки получается, да? Да, да, да. То есть нету таких. В любом случае федерации не выделяют финансовые призовые. А как федерации в других странах? Как система работает вообще в других странах? Я уже поняла, что в нашем случае особо не поддерживают. Вы знаете, опыт твоих коллег из других стран. О чем они говорят? Как у них это развивается? Мы беседовали здесь, я очень хорошо знаю президента федерации WPPF, именно Европы. Это женщина Ильзига, она отвечает именно за женскую часть бодибилдинга. Uh-huh. Мы с ней встречали и ужинали здесь, они прилетали, они приглашали меня на фит-парад, который проходит в Европе, с таким, что я не понимаю, почему вас не знает город, ваша страна вас не знает. Я говорю, потому что у нас нету такого, это вот выше головы нельзя прыгать. Мы не задаем лишних вопросов, мы не спрашиваем, как, куда и зачем, и как у других.
То есть тот, кто задает вопросы, просто дисквалифицируется. Спортсмены могут позволить себе 3 соревнования максимум. И я была на грани, и чемпионат мира был на носу уже. То есть я уже была не столь адекватна, как говорится, вообще. Я просто вот, у меня была четкая задача. Когда государство на тебя ставит большие, как говорится, деньги, у тебя нет пути назад, да. Ты в любом случае в ответственность. Ты не можешь повести туда плохую форму. А скажи, пожалуйста, вот очень часто тоже наблюдаем, когда девочки готовятся к соревнованиям, каждая мышца видна, да. Идеальное тело, идеальная фигура. Но, насколько я понимаю, что между соревнованиями очень часто девочки набирают. И к следующим соревнованиям они опять приходят в форму. То есть это получается, ты регулярно свой организм подвергаешь какому-то стрессу. Правильно это с точки зрения, ну, здоровья даже? Да. Бодибилдинг, почему я отошла? Я могла выступать, я могу выступать сейчас. Но я понимаю, что жизнь не заканчивается только спортом. Ну, как бы, наш вид спорта, это очень, наверное, любой профессиональный спорт все равно травмирует. В любом случае, мы не бесконечные. И вот это вот варьирование весом, то есть сначала мышечной массы, потом жировой массы, потому что без жировой мышцы не растет и все такое. Да. И потом еще, видите, психологическая травма. Допустим, я была вот в этой, я была год постоянно в форме, улучшая ее. Потом после чемпионата мира, когда ты за 10 дней скидываешь 12 килограмм, плюс к тебе после соревнований придет столько же, если еще не сверху. Плюс к этому, к этим килограммам, как говорится, еще вот эта психологическая травма в голове у тебя, ты как оголодавший ребенок, стопа нет вообще. Желудок срывается, он стоял, три дня не работал после соревнований вообще. То есть печень, все, никак, у тебя жуткий отек, почки не работают, ты под капельницами. Ну, то есть это неправильный вид спорта. Бодибилдинг это, я не знаю, ну, наверное, футболисты выбивают себе там пальцы, ноги, руки, это то же самое. Здесь прям очень сложно. Когда идет слив воды перед соревнованиями, человек может умереть. Много спортсменов, ну, были. То есть вот этот баланс. Правильно выходить тоже нужно. Да, после соревнований. Тем более у нас еще все-таки уровень не дорос. Вот в России уже немножко они подошли к этому всегда круглый год в сезоне. То есть я для себя выбрала, что пора идти дальше немножко учиться и учить других, пробовать выставлять других спортсменов, да, нежели самой, потому что я поняла, что такими темпами я останусь инвалидом, потому что ты включаешься. Вот ты включаешься, у тебя уже ты ничего не видишь. Во-первых, я стала огромной. То есть у меня есть фотографии, где я, что мальчик, мужчинка такой, что девочка, непонятно. И я поняла, что в социуме, тем более у нас, в нашей стране, с нашей ментальностью, к этому социум еще не готов. У нас не ценятся еще девочки с дельтами, с ручками, они не оценят это. А вот пропорциональность и быть круглый год всегда в форме, вот, ну, я выбрала вот это. Ну, после того, как приобрела определенный опыт. Я не из тех, кого можно удивить. И День всех влюбленных не совсем наш праздник. Но все, что мне нужно, это он. Ведь он покорил меня. Ты сейчас говоришь сама о том, что ты уже пришла к тому, чтобы обучать, учить девочек. Я антиспорт. Но мне уже в этом году будет 34 года, я понимаю, что уже двое детей, уже нужно браться за себя, уже не помогают диеты, уже действительно нужно браться за спорт. Может быть, ты что-то посоветуешь, как, во-первых, девочкам прийти в этот спорт, да, хотя бы начать заниматься в зале, в джиме. Может быть, какой-то есть секрет полюбить спорт. Вот дай мне этот совет. Как мне прийти в спорт, чтобы его полюбить, и чтобы в нем остаться, и чтобы действительно всегда выглядеть молодо и красиво. Как дочь у меня всегда говорит, она спортсменка сама, и она всегда говорит, мама, спорт – это молодость. И вот мы последние дни обсуждаем, что у мамы нет спорта в жизни. У вас спортсмены, да, дети? У меня дети спортсмены, да. У меня дочка фигуристка, она уже в школе Олимпийского резерва, то есть она на чемпионатах, сейчас в Актобе находится. Вот, поэтому мне самой хочется прийти в спорт, но я
не знаю, как это сделать, чтобы в нем остаться. Каким-то образом немного это пугает. Вот. Меня это пугает. Это пугает, почему? Потому что, опять же, это вот как раз тот момент, когда большие девочки с железом работают, у них голоса там уже как у мальчиков, и девочки боятся идти в фитнес-зал. На самом деле, вот эта первая категория модели фитнес-бикини, она сейчас, я очень радуюсь этому выбору судей, потому что их сделали моделями. Это должна быть девочка пропорциональная, с хорошими данными, да, но не перекачанная. То есть это именно та категория, поэтому я советую молодым девочкам пробовать себя в этом. То есть, А не молодым, это уже вызов самой себе. Вот я его когда-то поставила, я пришла в этот спорт уже за 25, за 27. И мне сказали, куда, ну ты чуть ли не старая, куда ты с девочкам 18 лет. Я тогда себе сказала, я это сделаю. Произнесла очень глупую фразу, я говорю, я буду сушиться 5 месяцев. За 5 месяцев, если вот с нынешним опытом, я бы просто умерла, наверное. Но тогда я это сказала, потом сделала и сказала. Первый раз вообще. Но если не отходить от темы, наверное, как вот прийти в себя? Надо перестать себя заставлять. Нужно найти себе человека, с которым ты просто будешь сначала выработаешь привычку просто туда приходить. Хоть на зумбу, хоть в спортзал, хоть в бассейн. Это должно быть привычкой. Просто туда ходить. Я всегда девочкам говорю, ты можешь ничего не делать, ты просто приди, мы с тобой поболтаем. Вот когда выработается вот эта привычка приходить, находить на это время, мы же не ходим не потому, что иногда мы там сами не хотим, а потому что просто у нас нет времени, мы же галопом работаем, зарабатываем, да. Делаем все вот это. Поэтому все остальное это двигается, но на самом деле работа станет намного лучше, потому что тело, кровообращение, все налаживается. Даже если вы поплаваете, даже если вы поскачете. Все, на работе настроение хорошее, никаких депрессий. А значит, нет депрессии, значит, у нас работа хорошо идет, да? И самое главное, наверное, это все-таки питание. Питание нужно. Я всегда говорю, надо все себя почистить. Вот прежде чем вот ко мне прийти, я девчонкам говорю, да, почисти сначала себе голову от всего. Вот всякие мысли, все, желудок почисти, кровь почисти. Вот все, вот проведя чистку организма, придешь, мы тебе поставим новый план питания, который не будет составлять диету. Ты будешь жить нормальным социумом. Люди не ходят туда. Почему? Потому что это нельзя, то нельзя. Ты идешь в ресторан и сидишь, и вроде бы ты ужинаешь с людьми, и говоришь, а что за... Да не, я на диете, дайте мне стакан воды, пожалуйста, с лимоном. Но это неправильно. В социуме мы так не живем. Чем больше человека загонять временно, как вы говорите, вот просто временно, он не будет это делать всегда. В общем, поэтому нужно быть готовым психологически, физически, можно приходить и дальше. Нужно приходить, уже... сначала просто начать и приходить. Все, в моем лице я точно нашла, кому я приду. Спасибо большое, Гульмира. Это мой учитель, это мой тренер. Вот. И с недавних пор я занимаюсь у Гульмирочки. Вот. Результат, кстати, вы сами видите сразу, виден результат. Не так давно я начал заниматься Гульмирой. Я думаю, я верю в нее, верю в себя, верю. Я знаю, что этот человек знает, как добиться определенных результатов. Она прописала четкую диету, она сначала протестировала мой организм, на что, какие нагрузки я пока могу одолеть. Я исправил питание. Сегодня я чувствую, что я собранный. Вот. Чувствую себя сильным. Хотелось бы также о личной жизни поговорить. Я знаю, что у тебя сыночек да, есть. Да. Ты сама в разводе. Да. Как в целом складываются отношения у тебя личные? Так? Спорт, наверное, очень сильно изменил меня. Потому что я пришла в спорт тогда, когда развелась. Поскольку супруг у меня казахской национальности, а я метиская, я все-таки больше к русскоязычным. У нас были очень много разногласий на этой почве и очень много всяких запретов, ну и вообще вот таких тем. Я работала и потом поняла, что я и не живу-то в принципе. Я пошла в спортзал. Сколько ты в браке прожила? 6 лет. 6 лет. 6 лет, да. Сейчас сыну 10 лет. И спорт... Он выработал во мне бороться, вот это вот слово, вот это вот движение. Я постоянно борюсь с чем-то. Я перестала кому-то что-то доказывать с последней медалью. Когда уже мне сначала сказали, нельзя тебе, ты перекачаешься.
Я говорю, хорошо, ладно. И когда мужчины вставали со мной рядом в зале, я действительно поняла, что я, это уже я потом поняла, на тот момент я с ними боролась постоянно, доказывая, что я не хуже. Но это переросло на такой уровень, что я перестала быть мозгами женщины. Я вот спортсмен, я беру больше, кидаю дальше, но это вот все в таком роде. Я поняла, что это приносит, конечно, большой дискомфорт. Несмотря на то, что люди на обложку очень хорошо, у меня было очень много поклонников, но только до первой, как говорится, до первого диалога, и во мне сразу видно мужчину. Ну, то есть вот прям вот все мое мужское начало, наверное, собралось из-за спорта, из-за вот этого постоянно стрессовой ситуации. Я научилась такой быть вот ежиком, вот, вот я свой пацан. Это вот было про меня прям. Почему я и отошла от спорта, вот именно от этого? Потому что, ну, я просто уже потеряла всю женственность, я потеряла сознание женщины. Это железо мне очень сильно поменяло. Но сейчас, спустя 2 года, после того, как я убрала всю лишнюю мышечную массу, когда снова стала одевать платье, а не кроссовки, когда стала работать над своим сознанием, когда стала больше относиться, наверное, к женским делам важнее, чем к мужским, тогда все наладилось. Сейчас у меня есть молодой человек, и все замечательно, все хорошо. Ну, вы знаете, человек, наверное, девушка с самой идеальной фигурой. Вот, она не перекачанная, но она такая прям девушка-мечта. Человек очень порядочный, человек очень простой, добрый, открытый. И человек, самое главное, знает, чего хочет от жизни. Вы наивны? Да, наивно. Да, наивно. Я очень все-таки, наверное, еще до сих пор доверяю людям, люблю людей и часто верю им. Поэтому, да, скорее всего, да. Вы верите в судьбу? Однозначно, потому что все происходит по воле судьбы. Мы встречаемся и расходимся именно тогда, когда надо, по воле судьбы. Как вы отвечаете на хамство? Молчанием. Я не продолжаю конфликт никогда. То есть я отвернусь и пойду, и все. Вы часто ошибаетесь в людях? Раньше я думала, что я хорошо разбираюсь в людях. На нынешнее время я понимаю, что я вообще в них не разбираюсь. Что вы цените в мужчинах? Наверное, искренность. Это однозначно верность, искренность. Ну и все, в принципе. Гульмира, очень приятно было с тобой пообщаться. Мне очень нравится, очень радостно, что сейчас наша молодежь занимается спортом. Вы это поддерживаете, вы этому учите. Также хочу тебе подарить подарочек от наших друзей ювелирного бренда «Пандора». Та самая «Пандора». Спасибо большое. Будь настоящей женщиной. Да. У каждой женщины действительно должно быть что-то от «Пандоры». Есть. Да, есть. Уже есть. Да, вот да, тебе да, в коллекцию. Спасибо большое. Огромное. Мне тоже было очень приятно. Спасибо. Спасибо.